Всем привет! Сегодня у меня распаковка руля, который я давно выискивал. Как он называется, будет видно в названии видео. Этот руль я искал у нас в стране очень давно, но никак не мог найти. В Китае был, по-моему, 500 с чем-то гривен. Но доставка была аж 800. То есть сам руль стоил дешевле, чем доставка. Потом видел на Оликсе похожий руль, только под диаметр 25,4. Здесь 31,8. Тоже хотел купить, но его уже кто-то забрали. Но недавно на Фейсбуке случайно нашел этот руль. Сейчас я распакую и покажу. Сразу скажу, что это копия Джонса, который продается, ну, у нас уже даже продается за больше чем 100 баксов. Этот стоит где-то, чтобы не соврать, 40 примерно. То есть разница существенная. Я только что забрал с новой почты. Не вскрывал. Так, вроде есть. Положим только в сторону. Хорошо тут упаковано было. На новой почте постарались. Под вынос 31,8 хватов прям. Я даже свой делал по подобию этого, ну, получилось, конечно, жалкое подобие. Значит, длина 720, отсюда до сюда можно обрезать, но делать этого не буду, чтобы было больше пространства, потому что иногда хочется пошире. Но на прежнем руле этого не получалось. Такой хороший руль. Так вот, 31,8 видно характеристики, 720. Угол пишут удобный для рук, 45 градусов. Чувствуешь, в принципе, да. Очень хорошо. Диаметр стандартный, тут 22,2, то есть под МТБшные компоненты монетки, там у меня дуалы. Ну, на этом, в принципе, все. Как это будет выглядеть на велосипеде, покажу в скором времени. А пока все. Пошел устанавливать.